Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Soda Dungeon. Так, щелкните, чтобы начать. Это нам не нужно. Создать файл. Окей. В далеком подземелье отряд, зарядившийся газировкой смельчаков, стоит до последнего. Мы почти у цели. Да, и у нас не шанса. Слушай, нам придется попробовать остановить меня. Так, щелкнем на врага, чтобы атаковать. Подожди, я могу? Громкость-то как-то убавить, что-то громко. Эй. Так, что-то какие-то враги слишком легкие. Почему мы снова взяли его с собой? У нас не было особого выбора. Все исчезли, остались только мы. Знаю. Так, ребят, так дело не годится. О, бедные мои уши. Наконец-то. Вот так вот будет оно получше, я думаю, да? А то уж слишком как-то громковато. Ну что, нам нужно бомбить этих чудиков, причем они довольно легко разбираются, я смотрю. Пхе! Что это такое? Сосунки какие-то. Выходи к нам, трус! Хм. Вы не заслужили такой привилегии. Что вы действительно заслужили, так это места в первом ряду, чтобы лицезреть собственное уничтожение. Хотел бы я сказать, что вы помешали моим планам, но вы понятия не имеете, против чего сражаетесь. Впрочем, это несущественно. Попрощайтесь с этим измерением. Забвение. Ёкалэмэне. Зашибись. Разбомбили всю к ядрене фени. Ты посмотри, а. Ой, как все плачевно, друзья мои. Остались одни руины. Это кто такой? Что ж, я полагаю, это конец. Никакой газировки, никаких искателей приключений. Сожалею, друг, что тебе пришлось это увидеть. Слушайте, чародей дал мне брелок. Он сказал, что брелок может переместить человека очень далеко и поможет ему забыть все неприятности. Но темнейший владыка — это наша проблема, а не ваша. Если кто и заслуживает его, то вы. Может, с его помощью я смогу найти другое место, где свободно льется хорошая газировка. Или хотя бы место, где владыка тьмы, ну, не настолько темные. Я знаю, вы забудете наш разговор, но у меня странное чувство, что однажды вы вернетесь. С запасом газировки, оружием и, конечно, с воинами. Так. Так, я подбираю безделушку и сжимаю ее в руке. Окей. И мягкое свечение притягивает взгляд, и ты чувствуешь, как глаза расслабляются. Ты моргаешь, и все перед тобой расплывается. Но прежде чем ты успеваешь понять, что происходит, темнота. Ты устало открываешь глаза. Ты в странном, но знакомом городе. Ты не знаешь, как тебя сюда занесло. Добро пожаловать в Soda Dungeon. Похоже, в таверне ведется интересный разговор. За счет заведения. Так, выясни, почему здесь такая особенная газировка. Поговори с этим персонажем, трактирщик. Принять. Это я, да? Или это... Первый воин. Короче, ребят, все тут в хлам разнесено. Давай поговорим. Вот так, пей, сколько влезет. О да, пустите меня к ним. Любитель газировки вступил в отряд. Ох, здравствуй, незнакомец. Не присмотришь за нашим другом? Если он что-нибудь заработает в том подземелье, ты тоже получишь долю. Задание выполнено за счет заведения. Так... Сопроводи любителя газировки в его первом походе в подземелье. Угу. Вот оно, подземелье. Поехали. Функции распродать в кузнице. Способ быстро получить деньги. Так, щелкните на врага, чтобы атаковать. Ой, крыс какая-то. Ну-ка. Вот и все, ребят. Вот тебе и вся крыса. Гриб какой-то. Проще простого. Ну, скелетоша. А что это у нас? Удар. Ну, видимо, мы просто с тобой бьем. Да ты достал уже костями-то бросать.
Ё-моё, ребята, у нас с тобой здоровье-то там маловато, если честно. Как быть-то мне? Ну, я надеюсь, крысу-то я смогу подбить. Ой-ой-ой. Меня же не остановить, верно? Осталось мало здоровья, но ничего страшного. Поражение тоже часть игры. Зашибись. Все, ребят, я... Это не самый подходящий образ жизни для семейного ценителя газировки. Я ухожу. Где мои штаны? Задание выполнено. Так, какие-то рекорды. Отряд уничтожен, но твой боец оставил всю добычу. Хватай ее и возвращайся в таверну. Так, лучшая находка — это бутылка у нас с тобой. Ладно. Так, камень исцеления. Дает исцеление 1 ОМ. Маг исцеляет, так, в наличии у кузнеца. Я понял, бутылку мы с тобой забрали, типа, да? Так, что ты мне хочешь сказать? Хм, неплохо. Ты поможешь мне справиться с этими искателями приключений. Попробуем выдать нашему другу базовое снаряжение. В трофеях из подземелья ты найдешь более качественные предметы, но пока сойдет и это. Так, возьми любителя газировки в поход с оружием и щитом. Получи оружие и щит. Щит — это табуретка? Ты серьезно? И плюс розочка, да? А что у нас тут такое? Так, выясни, почему здесь такая... Ага, понял. А, это я выполнил задание. Все, ребята. Они отпадают у нас. Вооружение. Так, возьми... Ну, это понятно все. Это пока что-то не работает. То есть, любитель газировки, наем, бесплатно. Ну, конечно, возьмем его. Персонажи будут автоматически снаряжены лучшими предметами. Эту функцию можно отключить в настройках. Зачем? Зачем? Не надо мне ничего тут. Пускай он будет лучше одет. А что это такое за полянка? Древние, вышедшие из строя сооружения. Возможно, его использовали для путешествий. Так, а мне нужно... Что это у нас такое? Персонажи, каталог предметов, бестиарии, достижения, рекорды и разработчики. Понял. Мне нужно идти опять в подземелье, верно? Угу. Ну, теперь у меня 11 хп, а теперь я наношу по 2 урона. Так, гриб помойный, на, получи свое. Так, скелет живучий. Отлично. Ну, этого я сейчас с полтычка всех тут разберу. Так, вот на этом я остановился, да? Не смог тогда его победить. Я, по-моему, и сейчас не смогу его победить. Нет, смотри-ка, завалил. Так, ну-ка, лечение работает? Оу, хе-хе. Друзья мои, я с фулл хп. А поможет ли мне это? Ну-ка. Е, контакт есть. Так, это что у нас за вор тут? Пхе, найдена руда. Так, добыча руды не обязательно, но приносит ценные материалы для создания предметов. Руда не получает урон, как обычные враги. Найди специальный класс, который поможет тебе. Вот даже как, то есть я не могу ее добыть. А что за определенный класс? Хм. Так, во-первых, хинуться надо. Да хорош, блин, втроем на одного. Ну-ка. Сейчас я попробую уничтожить скелета. Блин, хиляться надо. Да чтоб тебе. На. Все, скелета подбили. Ну, с этим, я думаю, разберусь, да? Крыса на удар. А грибок тоже на удар. Твою ж налево, тут будет посложнее. Че мне так мало здоровья-то, эй? Ну, правильно, брони нету, ничего нету. Как голодранец тут бегаю. Блин, тут по 2 урона. Ой, все, я лечиться больше не могу. Зашибись. Кстати, тут можно включить автобой. Оказывается. Но... Скелета завалили. Мать честная, мне придется драться с этой штукой. Ядрить так... Вы что, вы издеваетесь надо мной, что ли, сейчас? Я же... Метеор, пух. Ой, новый рекорд, ребята. Ух ты, лучшая находка. Деревянный меч, ну правильно, это лучше, чем какая-то там вшивая бутылка. Так, 1% крит атаки для плюс 10% урона. 4 в наличии у кузнеца. Так, слушай, а где кузнец-то? Написано, что в наличии, но я кузнеца пока никакого не вижу. Вижу бармена. Так, я задание выполнил это, да? Получить 10 голды. Ладно, наведем здесь порядок.
Нам нужно запастись хорошей газировкой, чтобы привлекать новых клиентов и обеспечить столы для всех. Так, добавь таверну пару улучшений. Купи один стул и убойный эль. Кликать. Улучшение. Ага. Значит так, нам нужно купить стул. Чем больше столов и стульев, тем больше мест в таверне и тем лучше выбор членов отряда. Вот так вот, да? Но нам сказали же два купить. Газировка. Газировка привлекает в город новых искателей приключений, но, возможно, ты их не увидишь до следующего похода в подземелье. Зашибись. Не хватает золота, не забывай получать награды за задания. Это я все уже сделал. Купить. Тут есть газировки разных видов. Ох, ничего. Ого. Так, у нас с тобой доступна вот такая вот обычная. 15 голды стоит. Для расширения города понадобятся плотники. Если повезет, это их привлечет. Так, привлекает деревообработчиков. Вот это вот, да? Куплено написано. А это? Так, имеет стальное послевкусие, против которого шахтеры не могут устоять. Кстати, вот, наверное, шахтеры мне нужны для того, чтобы добывать руду. Но ты видишь, 150 голды стоит это все. Открывает шахтер. Так, нет бонусных характеристик. Кирка, старатель, плюс 15 поиск руды. Экскаватор, хороший шанс обнаружить шахту. Слушай, ну игруха мне уже начинает нравиться. Купить. А у меня даже нету ничего такого. Хе-хе-хе-хе. Ладно. Так, модифицировать таверну. Стулья. Так, нужно иметь хотя бы 5. Чего 5-то? Чего-то 5 нужно иметь. Ну, я задание выполнил, что не даете-то мне? 10 голды. Так, ребята, мы вроде бы как бы купили с вами стол. Но я почему-то не вижу, чтобы он где-то был. Давай еще купим один. Так, надо вот это, наверное, еще взять. Так, каждый стол с вероятностью 50% может привлечь еще одного завсегдатая. Ну, так, стол есть. Этого-то нанять можно? Нанимаем. Ну, в наш бар пока что-то никто не спешит идти. Еще, что ли, один... Так, а сколько кровать стоит? Йоу, 400 голды. Так, удваивает скорость в игровых битвах. А это что такое у нас? Дает дополнительно 1000 золотых за уровень при входе в новое измерение. Дает УЗ врагам постоянно, постоянно видимым. Что это такое? 1 миллион, понятно. Ну что у меня... Газировка только одна, что ли? Все, больше ничего не могу сделать. То есть мне нужно лепетать. Лепетать, ребят, наверное, скорее всего, опять в подземелье. Да? Пойдем в подземелье с тобой сходим. Подеремся. Ну, у меня деревянный меч уже. Должно пойти дело в гору. Так, видишь, с одного удара всех. Это классно. Так, а у меня лечение есть, да? Непонятно, сколько мы можем с тобой раз подлечиться. Так, этого я должен, наверное, с 3 ударов бомбануть. Так, еще удар. Да, с 3 ударов выношу его. Так, этого воришку. О, совсем другое дело. Так, вот он опять, руда здесь лежит. Чего? Какой еще, блин, шар паутины? Так, тебя замедлили. Этот эффект временно влияет на очередность хода персонажа. Зашибись, мне сейчас от дуплицы еще тут не хватало только. На тебе, паучара. А? Сколько вас тут, а? Жуликов. Бандитов, скелетов и крыс всевозможных. Так, крыса тоже получай. Так, давай, наверное, подлечимся все-таки лучше, да? Угу, угу. Так, поехали. А минус. Так, сейчас скелета бомбанем. Окей. И эту штуку. Так, а сейчас будет дракон. Лечимся. Сейчас он как мне метеором своим даст. Так, хиляемся. Да чтоб тебя. Метеор. Бу-бух. Еще один. Блин, ё-моё, я думал, что я его смогу забомбить. Так, лучшая находка. Деревянный меч, а это что такое? Необычный ресурс. Что-то нашел необычное такое. Ой, а это кто такой? Приветствую. Я тут мимо проходил и поболтал с трактирщиком.
похоже, мои навыки могут тебе пригодиться. Вот что я тебе скажу. Я открою мастерскую прямо здесь, и ты сможешь купить у меня все, что тебе нужно, по рыночным ценам. Даже так, молоток и гвозди. Построю мастерскую плотника в своем городе. Бесплатно. Ой, как хорошо-то. И раз уж мы так хорошо поладили, я даже почтовый ящик для тебя завезу. Так, бесплатно. Ага. Добро пожаловать. Так, спасибо за то, что играете в Soda Dungeon. Поглядывайте в почтовый ящик, чтобы не пропустить подарки и интересные сообщения. Так, 10 голдушки, да? Я получил. Все, спасибо большое. Так, выполнил задание. И получаю еще 20 монеток. Хочу зайти, ребят, сюда. Как, подожди, подожди, а как мне... Ну, это понятно. Тут еще вон, кстати. Что это у нас такое? Мы... Что мы с тобой приобрели-то, ёпрсте? Вот это вот. Это у нас создает место, где можно приобрести ремесленные товары. А здесь место содержания питомцев, которые даруют вашему отряду уникальные бонусы во время битвы. О-о-о. Ценник-то, конечно, неплохой. 5000, да, плюс еще какие-то монетки и древесина. Где-то это все надо добывать. Так, а почему? Я же деньги вроде получил, да? Ну, подарки получены, написано. Все, значит, давай зайдем. О! Уже двое. Так, а ты кто? Наем. Это плотник. Возьму его с собой. Так, это любитель газировки. Во, втроем они будут. Так, что-нибудь ты скажешь мне, нет? А улучшить я могу? Давай попробуем... Ой, соточку стоит уже. Соточку! Дорого. Но у нас теперь трое. Понимаешь, к чему я? Ты понял? Секешь фишку? Что я могу тебя тут люлей-то раздать бесплатно? Ого-го! Ну-ка, давай посмотрим автобой. Шикарно. Это у меня только плотник. Бомбическая сила. Ох, как хорошо. А я могу понаблюдать за этим спокойненько. Так, значит, мы с тобой здесь дракончик-то этого порвем, получается, да? Да. Порвем его. Блин, а броня-то будет у нас, или мы так и будем голожопиками бегать здесь? Да не, должна быть. В первой части была. Ну-ка, опа. Ничего себе. Это сделал мой плотник какую-то. Смотри, какую штуку бросает. Ха. Крут, чувачок. Е! Вот тебе и весь дракончик вшивенький. Ага, выбери сокровище. Твою ж налево, блин, я даже не... Это не я выбрал, ребят. Какая-то новая крыса, смотри, белая. Ух ты, живучая. Так, ну, скелетики-то все понятно. О, смотри, какая жаба. Че там она облизывает еще мне? Эй-эй-эй, погоди, погоди, погоди. А где моя... А что, аптечки больше не будет? Все? Аптечки нету? Нет, подожди, там что-то было. Ох, ё-моё. Так, во-первых, нам нужно хильнуться. Вот этого, наверное, подлечим. Удар. Так, удар. Бросок камня. Ой, критично как-то. Валим этого каменного голема. Бросок камня, пучеглазик какой-то, а. Смотри, какой живучий, а. Да что ж ты будешь делать? Ты живучий. Очень живучий. Бомбим его. Блин, я только успеваю лечиться, ребят. Так. Е! Ох, ё-моё, ты посмотри, какой квазимода. А если я так сделаю? 6 урона, да, получает? Блин, они очень сильные здесь. Так, вальнули. Крысу теперь эту бомбанем. И какого-то пучеглазого слизня. Да что ж такое-то? А это что у нас такое? Так, защита. Щелк еще раз, чтобы использовать. Вот здесь, пожалуйста, можно? Что-то не понял, она работает или нет, защита это? Так. Не понял я юмора. А, все, защита, ребята. Он в защитную стойку встает. Замедление. Ну, слизня-то хоть одного завалим. Завалили. Поехали. Ага. Грязевая ловушка. Блин.
одного потеряли. Да иди ты в пень, ну, куда мне? Они сейчас меня ушатают, друзья мои. Ой, любитель газировки. Так, повышение уровня. Награда 2 УЗ. Ух ты. Так, тесанный камень. Древесина, друзья мои. Ага, и кость. Ну, уже что-то, уже что-то. Так, нам тут что-то пришло, что ли, на почту? Так, недопонимание. От владыки тьмы. Простите, мне очень неловко. Я думаю, вы или кто-то из ваших друзей недавно наткнулся на мое подземелье. Ничего страшного. Но это определенно моя частная территория. Вы довольно милые, но мне придется попросить вас уйти. Не обижайтесь, владыка тьмы. Ты серьезно? О, друзья мои, у нас, по-моему, пополнение, нет? Нет, по-моему, да, пополнение. Четверо уже, было трое. Похоже, в нашем подземелье полно сырья. Шкуры, руда, фрагменты монстров и все такое прочее. Нам нужно найти кого-то, кто сможет их обрабатывать. Вот, возьми эту сталь, загляни в мастерскую плотника и проверь, получится ли завести в этих местах кузницу. Оу, награда даже какая-то будет. Так, постройте кузницу. Хм, окей. Так, он что-то еще хочет сказать. У тебя отлично идут дела в подземелье, дружище. Продолжай в том же духе. Ага, доберись до следующей области подземелья. Угу. Так, куда я должен сюда заглянуть? И... Так, мастерская плотника. Вот это я должен, да, ребята, это я должен приобрести. Строим. Так, заглянем. Что, руки чешутся? Что-нибудь изготовить? Я тебе с этим помогу. Эта кузница довольно скромная, но на первое время сойдет. Если же ты в нее вложишься немножко денег, и я смогу создать экзотические товары. Ладно, познакомлю-ка я тебя с основами. Создание. Не бойся, все не так уж сложно. Выбери рецепт слева. Проверь, есть ли у тебя ресурсы справа. Дай мне несколько монет и получишь товар безупречной работы. Ну что, каким будет первый заказ? Конечно, железный меч, елки-палки. Это кузнец у нас. Подожди, железный меч, у меня не хватает. Мне не хватает стали. Блин, тут щиты есть. Вообще ни на что не хватает. Ну серьезно, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй. Можно. А, тут можно и продавать. Вот бутылку я продам. Или не надо продавать? Нет, продам я ему бутылку. Я продаю, продаю. Так, новый уровень. Деревянный меч. А, его можно еще зачаровать. Ну, то есть улучшить. То есть, кузнец, пока я ничего не могу сделать. Также есть улучшение. Ой. Так, позволяет входить в подземелье с одним ключом. В плане. И что? Это слесарничество. Продать уровень предмета, распродать. Пока что-то непонятно. Ладно, я задание выполнил. Получаю, что это такое? Камень исцеления. Вот оно что. Так, друзья мои, что нам делать? Ну, во-первых, нужно сделать наем. Слава богу, вот эти вот шитики бесплатные. А вот этот хитрожопик 10 голды стоит. На экране отряда можно увидеть характеристики и изменить снаряжение персонажей. О, у меня нету, да, никаких щитов, к сожалению. Это плохо. Зато есть два камня на отхил. Ладушки, предметов ты сам видел, у меня не хватает, так что, может быть, мы что-то можем с тобой приобрести. Например, еще один стол. Во. Два стола. То есть, должны приходить к нам еще больше ребятулик. То есть, будет выбор поинтереснее. Ну что, мы поехали с тобой, опять же, в подземелье. Если в отряд хотя бы, если в отряде хотя бы 4 участника, вы можете... Окружить врага, атаки сзади наносят в 1,5 раза больше урона. О, ну-ка. Нахлобучивать-то сейчас будем. Ой, ребятушки, пожестче, пожестче, чем это было доселе. Естественно, мне бы хотелось бы побольше щитов получить, да. Ну и броню хоть какую-то, а то как голодранцы бегаем здесь. Это никуда не годится, ни в какие ворота не входит. Ребята, вы пишите в комментариях, как вам эта игра. Будем ли мы ее дальше играть? Или хватит просто обзорчика на нее?
чару забомбим. Мне бы, знаешь, что хотелось бы? Кузнеца, чтобы он добывал руду. Потому что, ну ты сам видел, да? От руды здесь очень много чего зависит. Я даже не знаю, эту игру кликером-то не назвать, да? Это как бы рогалик, но такой вот специфический, можно так сказать. Вот это я выберу. Оу. Я получил, что там? Я так понимаю, это щит, да? Стул. Так, атака сзади. Ага, тут даже пишется, что атака сзади. Слушай, пока идеально идет все у нас. Ну-ка, бомбани его. Вот. А, вот он этот голем. Бумс. О, он сам отхилился. А, ну, видимо, если у него есть камень исцеления, он автоматически юзается, да? Понял, как это работает. Так, слизнюк. Блин. Отлично, отлично все получается, ребята, у нас. Хотелось бы, конечно, пройти... О, хотелось бы пройти как можно дальше, получить каких-нибудь ресурсиков побольше. О, вот эти тролли гигантские. Пока у меня стоит автобой, ребята. И это, кстати, классно, что здесь есть такой. Уровень 17. Так, 18 уровень. Ну, эту-то жабу мы забомбим. На тебе. Облизывается она тут, понимаешь ли. Так, ну камень этот тоже не вечный. Он рано или поздно закончится, ты понимаешь, да? Так, отвлекли меня тут чуть-чуть. Продолжаем нашу битву. Да хорош ты там, замедляет еще. Посмотри, оу. Не-не-не-не-не, так дело не пойдет. Да что ж ты будешь делать-то, а? Так, этого подлечили. Этого тоже подлечили. А что они такие жесткие, эти слизни-то? Смотри, а, мы их бомбим. Они живучие такие. Ух ты! Это прям у нас как медуза Горгона какая-то. Что она сделала? Ничего себе, ты... Тихо. Сколько она нанесла урона, ты видел? Эть! Блин, бедняга. Этот парень нужен отхил получить. Да чтоб тебя сейчас уничтожит, а? Все, по-моему, камни исцеления... А, мы ее подбили. Мы все-таки подбили ее. И это шикарно. 28 голды. Ну-ка. Дерево. Дерево мы с тобой получили. Ух ты. Мы с тобой перешли на новое подземелье. Да ладно, такая муха жесткая, что ли? О, 10 голды, прикинь, с одной мухи. Так, тут, наверное... Подожди, надо включить автобой. Посмотрим. Ох ты, смотри, что делает шмакодявка. Наносит урон нам своими жалами. Слушай, ну голда прет. У нас уже 231 золотишко. Сейчас мы эту муху подобьем. С каждой мухи по 10 голды мы получаем, да? Отлично. Ой, какие-то призраки. Оу, блин, одного подбили, друзья мои. Продинамил я вспышку. А я, наверное, не могу отхиливаться, да? У нас кончились камни на лечение. Да потому что мы без брони, без всего, какими-то палками деремся. Тут, смотри, уже серьезный. О, как все запущено, друзья мои. Что там? Пировзрыв. Еще и горим. Тебя подожгли, и в течение нескольких ходов персонаж будет получать повышенный урон. Зашибись, да я сейчас все, убежал. Задание выполнено. Так, уровень повышен, ну, у любителя газировки. Так, у плотника тоже уровень повышен. Награда плюс одна к атаке. Новые рекорды, вот. Деревянный меч, лучшая находка, ё-моё. А остальное что, фигня полная, что ли? Я не знаю. Можно, чего там написали? Блин, не успел прочитать. Во! Мы получили с тобой ресурс, который мне нужен. Так. А плотника-то уже здесь нету. Вот оно что. Отлично справляешься, приятель. А теперь не хочу задеть ничьи чувства, но все идет к тому, что нам понадобится помощь чародея. Он может телепортировать отряд уже на пройденные участки подземелья. Боюсь, что без чародея тебе сильно далеко не продвинуться. Загляни к нашему другу в мастерской плотника. Ага, чародей, да неужели? Я уж думал, мы будем с тобой вечно начинать с самого начала. Кому там заглянуть, он сказал? А сюда, что ли? Нет, здесь кузнец. К плотнику, да? О, так, погоди-ка. Позволяет перемещаться в определенные точки подземелья. Купим, конечно же. Конечно же, купим, ребят. Во, портал. Привет.
О, да, это правда. Я действительно могу переносить физическую материю в другое место. Не самое интеллектуальное применение моих способностей, но волшебство в наши времена не пользуется спросом. Хочешь совет? Не увлекайся всеми этими подземельями. Жадность до добра не доводит. Ты там застрянешь на дни, если не на недели. Думай своей головой. Так вот, насчет телепортации. Телепорт. Для входа в подземелье в отряд должны состоять хотя бы один участник. Понял, понял, понял. Так, здесь я закончил 60 голды, как с куста снес. У нас с тобой 176 монет. Какая тут газировка? Что газировка вообще делает? Открывает... А, шахтер. Так, слушай, шахтер мне как раз и нужен. Купим. Деревообработчики, шахтеры. А это у нас лекаря можем, да, пригласить. Сверхъестественных способностей. То есть это типа маги, наверное, будут у нас. Ну что, мы с тобой берем в отряд бесплатных чувачков. Ну зачем отрыжкой-то заниматься? Не надо, это же не культурно. Это не культурно. Так, и теперь телепорт. Вот, вот. Быстрая битва выключена. Так, настройки ключей. Я не понимаю, что за настройки ключей, друзья мои. Вот, смотри, как шикарненько мы с тобой вернулись. Блин, единственное, что, конечно, у меня нету моего плотника. Я думаю, что после этого боя, если мы с тобой вернемся обратно, уже кто-нибудь к нам да придет. Может быть, даже тот же самый, как его величать-то, шахтер. Так, впереди развилка. На других путях могут быть ловушки и сокровища. Если храбрости не достает, лучше не сходить с прямого пути. Выбрать путь. Идти тем же путем. Давай сюда рванем, а? Ой! Что? Что это? Тебя отравили в течение... Да я понял. Она... Ребят, что она сделала? Она меня прокляла, что ли? Дебаф какой-то сделала, а? Засранка эта. А выглядела так мило. Она тебе взяла, мне просто все подпортила. Ну, мы с тобой, слава богу, можем лечиться. Муху сейчас добьем. Призрак этот, блин, со своим поджогом. Правильно, лечись. Лечитесь. Блин, это проклятие, конечно, вообще не в тему. Серьезно тебе говорю. Не в тему оно. А, мы с тобой лечимся за счет... Ого. Красиво. Ну, больно. Это типа, знаешь, какого-то рыцаря, да? С кандалами. И именно с кандалами она нас атакует. Из этого противника выпал ключ подземелья. Такими... Я даже не успел. Но учти, что этим ключом получится воспользоваться только в этом походе. Засада! На тебя напали из-за засады. У противника будет позиционный... Да что ж вот так быстро-то? А, то есть на меня напали с... Блин, атака сзади. Да я, наверное, сам попробую разобраться. Есть, 22 голдишки. Что? Ну хватит, хватит привидение лютовать-то. Блин, кому-то сейчас крышка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили моего братюню. Давай мы, блин. Ага, завалил все-таки его, да? Блин, ну все равно нас трое. Я не хотел, чтобы мы здесь были с тобой втроем. Хочу, чтобы вся команда была у меня в сборе. Ну вот у нас ключик с тобой есть. А где я могу его использовать? На каких воротах, а? О, призовое сокровище. Вот здесь? Да ё-моё, да почему же так быстро-то? Я ничего не успел, ребята, блин. Пока тут думал, все, на тебе. Пиши пропало. Давай призрака этого добьем, наверное. Да, добили. Конечно. Держи карман шире. Все, ребят, распечатали меня. Разблокировано достижение. Так, лучшая находка — крыло жука. Так, необычный ресурс. Крыло жука, ну хотя бы хоть что-то нашли. Так, что у нас тут? Опачки, друзья мои. Два шахтера плюс этот, как его, слесарь. Слесарь. Ремонтник. Ходят слухи, что где-то в подземелье есть кухня, забитая всякой снедью. Не стащить ли нам оттуда парочку ингредиентов для наших блюд? Ох
ты. Ну а почему бы и нет? Так что тут опять у нас? Привет. Не могли бы вы подтвердить, что получили мое предыдущее сообщение? Может, оно попало в спам? А не хочется делать поспешных выводов? Если вы, ребята, собираетесь в мое подземелье, не могли бы вы изменить планы, пожалуйста? Еще раз благодарю. Вдогонку. Владыка тьмы. Ну да, игра с юморком, конечно, ничего не скажешь. Да, друзья мои? Ну что, делаем наем. Будем брать с тобой элиту. Так. Слушай, наша команда пополняется. У нас с тобой 93 голды всего лишь. 93 голды. Ну это никуда не годится. Так, подожди, а тут только телепорт, да? Так, это куплено, куплено. А вот это что у нас такое? Ой, понятно. Этого я пока не могу приобрести. Может быть, создать что-нибудь там? Железный меч. Во! Вот что я хотел сделать. Так, достижение ученик. Можно... Ух ты! Блин, косточки не хватает. Медный браслет. Слушай, ну это прикольно. Слушай-ка, на самом деле это круто. А, тут можно создавать, но у меня не хватает руды. Вообще руды нет никакой. И красный самоцвет. Плюс 5% к увеличению атаки. Я считаю, что это круто. Круто. Ну что, друзья мои, валим опять в подземелье. Так, быстрая битва. А почему она включена? Почему я не могу? У вас нет боевых кредитов, которые можно получить в автономном режиме. Соберите их в левом нижнем углу, если видите этот значок. За каждую минуту вне игры начисляется один боевой кредит. Каждый кредит можно обменять на одну битву. Расчет производится мгновенно. За раш можно потратить не более 100 кредитов. Максимальное количество кредитов 1440. Это за 24 часа. А у меня... То есть это, грубо говоря, как в черепашках-ниндзя телепорта, да? Мы с тобой юзаем и сразу же пролетаем определенную комнату. Логично. Так, ну что? Что это за кирка? Дай-ка я посмотрю. И чего? И ничего, да? Так, засада. Опять в засаду попали, блин. Давай этих. Да какой живучий призрак-то? Смотри, со всех сторон бомбят, а? Ай-яй-яй. Почему он такой жесткий? Наконец-то подбили. Ну. Это сейчас шахтера можем потерять. Нет. Хильнули его все-таки, да? Успели. Да чтоб тебя. Удар сзади, конечно, наносит больше урона. Намного больше. Так. Еще одного призрака забомбили. Слушай, ну у них, смотри, у них манны достаточно. Что ты там, похоронный марш? Смятение. И что смятение дает? Испуг, что ли, или что он? Не знаю, ребят, что дает смятение, но он немножко прибалдел, чувак этот. Так, ну, мы с засадой справились с тобой. У нас уже 109 голды. 109 голды, и уровень у нас 23. А максимально, докуда мы с тобой доходили, я уже не помню. По-моему, 28, да, уровень был. Или я что-то путаю. Ну, враг, я так понимаю, тоже становится с каждым разом все крепче и крепче. Блин, вот этих голодранцев надо нам как-то, не знаю, то ли прокачать их, то ли поменять их. Опять пировзрыв. Опять будем гореть. Ладно, я надеюсь, мои ребятушки подхилят его. Слушай, ну да, где-то 28, потому что эту барышню я помню. Че, у него массовая атака, что ли? По-моему, у него массовая атака. Ну-ка, блин, хотел проверить. Так, а у нас ключик. А, ключик-то у нас все, кончится. Он только мог использоваться в том подземелье, да? Ясно. Так, сейчас мы с тобой этого... Ураган. Смотри, что делают, а, халабуды. Давай, призрака завалили. А когда же мы будем с тобой получать опупенные деньги, а? Крупные суммы, а не по 25 голды. Пировзрыв. Ой, плохо. Ой, плохо, ребята. Ну, слава богу, подлечиваемся. Так, атакуем крысу. Вот. Вот этого я помню. Вот. Да, уровень 28. Мы, по-моему, здесь и отдуплились. Получается это... Ой! Да что ж ты будешь делать-то? И здесь, по-моему, да, мы с тобой профукаемся. Да не может такого быть.
Давай, давай, вжучиваем, отлично. Так, нам бы хотя бы до 30-го дойти. Не получится. Мне просто хотелось бы до 30-го дойти. Почему? Мы могли бы сразу на него телепортироваться, да? С помощью мага, который бы нас мог сюда отправлять бы. Еще этот призрак такой живучий, да? Да и денежек бы хотелось бы, конечно, получить побольше. Где-то, ну, рубликов так 400. Ну, для начала. Надеюсь, мы с тобой пройдем эту комнату. Так. То есть, я понимаю, 10, 20, 30, это уже как бы новый отчет комнат идет. Энергии нету. Он подхилиться уже не сможет. Ох ты, тот же самый дракон, но только выглядит немножко по-другому. Какой-то... Ой, сколько он нанес урона, я что-то... Да ну-ка нафиг. Ты что, серьезно что ли, парень? Да, друзья мои, мы с вами не прошли эту комнатушку. Ну, получили шкуру плюс. Что это такое у нас? Уголек. Да, мы с тобой нашли уголек. Так, что, все тихо, спокойно? Да, все тихо, спокойно. Ну что это? Ну что это такое, а? Может, газировку нам надо с тобой приобрести, а? Сколько стоит? Ой, понял, а здесь? Чуть-чуть буквально не хватает, чтобы мы с тобой открыли медика. Ого, чернокнижница. Мастер клинка. 100 000. Да мне такие суммы только снятся. Снятся во сне. И здесь не могу не приобрести. Так, увеличивает скорость. Ага, в игровых битвах. Вот это было бы прикольно. Дает дополнительно ты... Ага, это ему читали. Позволяет сохранять предпочитаемое снаряжение. Ага, для класса персонажа. Ну, там пошло уже поднебесная какая-то. Может быть, нам все-таки... А, у нас два стула, может быть... Стульчики купим и... Вот так вот. Может быть, от этого будет как-то больше толку и проку. Как ты думаешь? Ну что, дорогие друзья, я думаю, что на сегодня пока достаточно. Поиграли неплохо, пишите в комментах. А мы будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.